Здравствуйте, я вчера показывала вам, какая была у нас температура, почти 27 градусов, а вот сегодня дождь, вот такая влажность, и температура чуть выше 18 градусов. На закрытой веранде у меня температура повыше, так как я открывала, чтобы проветриться немножко пластик. Как вы видите, немного упала температура. А утром, когда било солнце, было более 30 градусов. Я хотела вообще-то показать вам авокадо, которое мы вырастили из косточки. Вот оно. Здесь растет второе. Третью косточку я сломала. Она у меня выпала, но я ее пока держу, потому что у меня был такой опыт. Они немного странные, могут и прорасти. Я думаю, что когда вот этот вот росточек подрастет, может быть, я их переплету. Но посмотрите, какие огромные уже листья у этого авокадо. И он довольно крупный. Сейчас я его замерю. Как обычно, видео прервалось. Вот посмотрите. Оно уже 52 сантиметра. Как вы понимаете, оно прорастает очень медленно, но зато очень быстро растет потом. Листики огромные. Смотрите. Вот такое вот авокадо, которое мы вырастили из косточки. У него еще один ростик. Возможно, и появится еще один. Много боковых побегов. Вот. Вот такое вот маленькое видео сегодня о том авокадо, который мы выращивали из косточки. Спасибо!